Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Глеб Задоя, и в сегодняшнем видео мы поговорим о том, как вернуть деньги у брокеров-мошенников. Я регулярно, постоянно, чуть ли не каждый день получаю сообщения от пострадавших, от рук брокеров-мошенников: Глеб, помоги, Глеб, подскажи, Глеб, что можно придумать, Глеб, сделай хоть что-нибудь и так далее. Я вам сейчас выведу на экран вот эти сообщения, прямо из последних, которые мне в последнее время прислали. Вы их сами почитаете, я там не буду вдаваться в детали и так далее, но пока вы читаете все эти сообщения, я скажу так, что я не занимаюсь возвратом денег от брокеров-мошенников. И я показываю то, как не попасться на удочку к брокерам-мошенникам. Ну и если уж вы попались, я могу рассказать о механизмах, которые вам могут помочь вернуть свои деньги, если уж вдруг, ну, так оказалось, что вам нужно каким-то образом, собственно, с этим делом помочь. И, собственно, сегодняшнее видео будет посвящено именно этому. Я не буду сегодня там подробно расписывать все способы и варианты, при помощи которых можно вернуть деньги у брокеров-мошенников. На эту тему у меня было отдельное видео, которое стало достаточно популярным, которое посмотрело достаточно большое количество людей. Но, к сожалению, такие видео обычно люди смотрят уже после того, как попались на удочку, после того, как потеряли свои деньги и так далее. Я там рассказывал про разные варианты, как взаимодействовать с брокером, как выманивать, как использовать психологические приемы для возврата, стоит или не стоит там обращаться в полицию. В общем, посмотрите это более раннее видео, я думаю, вам будет интересно. Это будет хорошее продолжение там сегодняшнего видео. И сегодня мы поговорим про один самый действенный вариант возврата денег от брокеров-мошенников. Это вариант возврата через так называемый чарджбэк, когда мы возвращаем деньги на свою банковскую карту, разумеется, если мы именно с этой банковской карты делали перевод брокерам-мошенникам. И сегодня мы поговорим с вами о том, как это работает, как этой историей можно воспользоваться, для кого эта история подходит, ну а для кого, соответственно, это не подходит. Сразу хочу обратиться к тем, у кого уже есть опыт работы с компаниями, которые занимаются чарджбэком, или, может быть, кто-нибудь самостоятельно возвращал деньги через сервис чарджбэка в своем банке. Поделитесь, пожалуйста, напишите мне в Инстаграме. Я ссылку на Инстаграм свой обязательно оставлю под этим видео. Напишите мне, пожалуйста, в личных сообщениях, напишите в директ. Поделитесь, с кем вы работали, как вы работали, на каких условиях, или как вам самому удалось вернуть деньги от брокеров-мошенников. Этот опыт будет крайне полезен всем тем, кто попал в такую же ситуацию, в которой однажды были вы. Так что, друзья мои, я буду ждать ваших сообщений. И прежде чем мы начнем разбирать схему чарджбэка, как это работает, для кого это подходит, я хочу сказать одну очень важную вещь, что мошенники, они не дремлют. И далеко не каждому человеку, который попался на удочку мошенника, можно реально помочь. Мошенники сейчас используют такие зачастую схемы, против которых, ну, никак невозможно противодействовать, на которые никак невозможно повлиять. И, само собой, любой мошенник, который пытается каким-то образом забрать ваши деньги там, под предлогом финансовых рынков или еще под предлогом предоставления каких-то других услуг, он это делает максимально так, чтобы у вас было минимум вариантов к тому, чтобы эти деньги потом вернуть каким-то образом назад. Поэтому, опять же, далеко не всем можно помочь. Здесь есть несколько вариантов. Вариант номер один, да, первый, это вариант, когда вы слили деньги самостоятельно. Если вы сами отправили деньги на счет брокерской компании, сами открыли счет, сами зарегистрировались, сами сделали перевод, самостоятельно, соответственно, торговали, сами слили свои деньги, ну, само собой, вы сами слили свои деньги, вернуть там уже ничего не получится, это опыт, он достаточно для вас, может быть, был дорогостоящим, но, тем не менее, это опыт. И есть вторая история, это когда вам помогли слить ваши деньги, когда, соответственно, вам там помогал какой-нибудь аналитик, какой-нибудь эксперт, вам дали какого-нибудь робота, какую-то хитроумную торговую систему или тупо рисовали вам свечки на графике, а может быть даже ничего не рисовали вам ни на каких графиках, а просто рисовали вам цифры в вашем личном кабинете, рассказывая вам о том, что вот у нас прошла одна сделка, вторая сделка, вот здесь мы заработали, тут заработали, а потом в какой-то момент, когда вы уже отдали все свои деньги мошенникам, случилось что-то невероятное, какой-то форс-мажор и неожиданно сделка оказалась неудачной, и вы все потеряли. Ну, об этом, опять же, у меня есть масса видеороликов про те схемы, которые используют брокеры-мошенники в своих вот этих схемах развода, да, как они делают там через аналитиков, через роботов, через торговые системы, через рисование свечек. Я об этом уже все, наверное, рассказал, но в своих видеороликах. Но одна схема, она в последнее время набирает все большую популярность, все большее количество людей попадают на удочку к мошенникам именно по этой новой схеме. Она, честно говоря, ее дикость меня удивила, и насколько иногда некоторые люди, ну, попадаются на вот эту вот уловку, и насколько там порой бывает все четко от
точно сделано, и на самом деле зачастую даже человеку непосвященному разобраться в том, что это брокеры, мошенники, там совершенно невозможно. Схема работает примерно следующим образом. Вас привлекают какой-нибудь там телеграм-канал, телеграм-чат, в инстаграм какой-нибудь, достаточно раскрученный, с большим количеством подписчиков, какому-то якобы медийному лицу, который занимается, собственно, приумножением денег на финансовых рынках. И вам там показывают кучу примеров, что вот смотрите, там Петя какой-нибудь, Вася, Коля, неважно кто, вложил 20 тысяч рублей, ему разогнали 20 тысяч там до 200 тысяч, а вот там какой-то другой Вася, Петя, Коля вложил 50 тысяч, ему разогнали до 500, а вот кто-то вложил там 30 тысяч, ему разогнали до 400, присылается куча там всяких отзывов, довольных клиентов, кто заработал с этой схемой, как люди поменяли свою жизнь, купили себе новые машины, квартиры, обеспечили там свою семью, детей и так далее. И вы все это читаете, все это смотрите, плюс видите, что это достаточно большой живой канал, большой живой чат или большой инстаграм с большим количеством подписчиков, с регулярными постами, с регулярными сторисами, и вроде ничего не вызывает никаких подозрений. Вам предлагают очень простую схему. Рано или поздно вы либо сами обращаетесь, либо вам предлагают поучаствовать в этой схеме. И говорят, что давайте, смотрите, вот у нас есть куча примеров, когда мы брали 20 тысяч рублей, разгоняли там до какой-то суммы, собственно, брали только свою комиссию, там процент от прибыли, все остальное ваше. И вы думаете, блин, ну а чё бы нет? Там, допустим, рискну какой-то небольшой суммой, отправляете 20 тысяч рублей, вам их разгоняют до 200 тысяч рублей и говорят, смотрите, вот мы сейчас разогнали до 200, там прибыль, ну условно там 180 тысяч рублей, и нам нужно, чтобы вы оплатили нашу комиссию, например, 30%. 30% там от 180 тысяч рублей, ну это грубо сколько будет? Это будет там порядка, там, грубо там 50 тысяч рублей. Переведите нам еще 50 тысяч рублей и 200 мы вам, соответственно, ну как бы там отправим назад. Да, то есть и причем схема-то заключается в чем, что они берут не от прибыли себе, да, то есть там никакой прибыли-то на самом деле, понимаете, нет, да, они говорят, вы нам отправьте, заплатите нашу комиссию, а мы потом вам вернем, собственно, вот эти 200 тысяч. В итоге доверчивый человек, который, ну, вроде я уже 20 вложил, вроде вот мне все разогнали, вроде все не вызывает никаких подозрений, доверия, не вызывает никакого там недоверия или никаких подозрений, вы отправляете еще 50 тысяч, и в итоге на этом все общение с вами прекращается, вас везде блокируют и так далее. Причем я даже встречал, когда эта схема работает вообще просто дичайшим образом, когда берут человека и говорят ему, вам даже вкладывать ничего не надо, мы за вас откроем счет на 20 тысяч рублей там, на ваше имя, разгоним их там до какой-то суммы и разгоняют ее реально до 200 тысяч, ну как реально, в кавычках реально, да, и потом говорят, вот смотрите, все, мы ваши 20 тысяч на вашем счете, открытом на ваше имя, разогнали до 200. Вам сейчас нужно, соответственно, с этих 200 вернуть нам 30%, там 60 тысяч рублей, вот переводите, вот они реквизиты, вот он номер карты и так далее, и мы, соответственно, даем вам доступ к счету, вы можете все снимать или просто вам сразу все отправим. Человек думает, блин, мне предлагают фактически за мои 60 тысяч рублей купить 200 тысяч, да, то есть я 60 отправлю, 200 мне вернут. И многие на это попадаются. Но подумайте, какая дикость, какой человек, который может вдруг, допустим, даже разогнать какой-то депозит за пару там дней или несколько часов, там, да, в 10 раз, зачем он будет, во-первых, с кем-то делиться этой методикой, это раз. Во-вторых, зачем он будет за вас открывать какой-то счет, это два. И будет ли он работать с большим количеством частных инвесторов, с небольшими суммами, там 20, 10, там 30 тысяч рублей и так далее. Зачем ему это надо? Можно найти просто одного крупного инвестора, работать с ним, делиться с ним прибылью, и все будут, собственно, счастливы. Поэтому вот эта дичайшая просто схема, на нее все больше и больше людей попадается. И, кстати, я знаю, что у меня есть немалое количество подписчиков из там, стран СНГ, из Средней Азии. И если в России уже многие столкнулись с этими схемами, многие уже знают про эти схемы и не попадаются на такие уловки, то вот из Средней Азии все больше и больше, из стран СНГ все больше и больше людей мне пишут историю о том, как они потеряли свои деньги. Теперь, собственно, после того, как я рассказал про эту дичайшую схему, давайте, собственно, вернемся к вопросу чарджбека. Чтобы получить чарджбэк, допустим, вы попали вот в эту вот схему или там какую-то подобную схему, главный вопрос не то, помогали вам или не помогали там слить деньги, а самый главный вопрос заключается в том, как вы переводили деньги этим самым мошенникам. Если вы заводили деньги, там, обменивали свои реальные деньги, там, покупали крипту и крипту потом куда-то на какие-то анонимные кошельки отправляли, и таким образом, типа, вы пополняли свой брокерский счет у этой брокерской компании, вот на этом этапе в 99% случаев, даже, наверное, в 100% случаев можно забыть про свои деньги. Крипта, она на то и крипта, что она анонимная,
и там найти кого бы то ни было, кто там скрывается за этим кошельком и каким-то образом вернуть свои деньги, здесь просто не представляется возможным. Поэтому я настоятельно не рекомендую вам отправлять деньги брокерам, тем более брокерам, которые вызывают у вас некоторые сомнения, отправлять деньги через истории какие-то с криптой. Не стоит этим заниматься. Вторая тема, это когда вы отправляете, второй вариант, это когда вы отправляете деньги через карту. Когда вы с карты, со своей, отправляете на карту злоумышленникам, которых вы, разумеется, не знаете, что они злоумышленники. Но в этом случае, с одной стороны, вроде можно там написать запросы в банк, там вроде как там же есть имя, вы думаете, ну есть карта, есть живой человек, который там, на которого эта карта открыта, наверное, там можно вернуть как-то эти деньги будет, если что вдруг. На самом деле это все не работает, зачастую там в 95% случаев это не сработает по одной простой причине. Есть такое понятие, как дроповые карты, это когда карта открывается на какого-нибудь человека, который там без определенного места жительства, там без работы и так далее и тому подобное, открывается на него карта или покупается карта уже открытая на этого человека, это стоит относительно небольших денег, и вы на эту карту переводите денежные средства, думая, что вы переводите там какому-то нормальному человеку, а на самом деле там ну банальный простой бомж, которого вы потом, даже если вы вдруг там попробуете каким-то образом его найти, разыскать, что-то с него взыскать, ничего этого не получится, ну, соответственно, как правило, это еще и в какой-нибудь другой стране будет, да, и так далее. И злоумышленники, само собой, там, когда берут эту карту, и когда вы перевели им деньги, они, соответственно, с этой карты максимально оперативно деньги снимают, эта карта действует там месяц-два, максимум три, и потом эта карта просто выбрасывается, ну, а дальше, как говорится, ищи свищи. Поэтому, если вы делаете перевод на карту, то здесь, ну, только если вы очень оперативно среагируете, очень быстро попробуете вернуть свои деньги, может быть, здесь есть какой-то шанс, но вероятность, поверьте, очень маленькая. Поэтому переводить деньги на карту какому-то другому физлицу, тем более в другую страну, где вы не можете проверить никаких дополнительных документов, конечно, я не рекомендую. Тем более для пополнения никакого брокерского счета. Ну и третий вариант, это если вы отправляете деньги на свой брокерский счет через личный кабинет компании, и делаете вы это через, соответственно, платежные системы. Вот здесь как раз-таки и работает схема чарджбэка, чаще всего она применяется именно здесь, потому что здесь вы отправляете через сайт, вы отправляете через платежную систему, соответственно, эти деньги поступают на какой-то конкретный счет, открытый на какое-то конкретное юридическое лицо и так далее. Как работает здесь схема чарджбэка? Во-первых, нужно собрать все документы, которые вам там подтверждают, что вы сделали перевод, что там вас каким-то образом обманули, там, да, и так далее и тому подобное. Собираются документы, делается запрос в банк, ну а дальше, собственно, если банк удовлетворяет ваши требования, вашу просьбу, там, да, ваше заявление и так далее, вы получаете назад свои деньги. Соответственно, банк тоже там проводит своего рода проверки, это не самая быстрая процедура, но это реально работающая схема. То есть, если вам реально помогли слить деньги, вы наткнулись на брокеров-мошенников и перевод был через платежные системы на какой-то либо банковский счет, вот в этом случае, соответственно, можно воспользоваться системой чарджбэка. Но и тут тоже есть огромное количество, на самом деле, мошенников, которые предлагают услуги вот в этой сфере. Они говорят, давайте, вот вы там слили деньги. Причем, как правило, работает эта схема даже так, что вы слили деньги, вы никому об этом не сообщали, но вам каким-то образом звонят какие-то люди, которые говорят, мы знаем, что вы потеряли деньги, и мы можем вам в этом помочь, хотя вы вроде никого об этом не просили. И вот в этом случае, там опять же, в 90% случаев вы натыкаетесь на очередных мошенников, которые, скорее всего, работают в партнерстве с первыми брокерами-мошенниками. То есть сначала вас облапошили люди, которые, собственно, привлекли вас как клиента якобы в брокерскую компанию, и все вам слили, и потом они же слили ваши контакты там либо своим же там коллегам, либо слили своей же какой-то партнерской компании, которая, собственно, якобы занимается там каким-нибудь страхованием, возвратом, чарджбэками и так далее. Как правило, такие компании просят сразу вперед заплатить какие-то деньги для того, чтобы вернуть ваши средства. Допустим, вы там потеряли 10 тысяч долларов, вам говорят, ну вот 2 тысячи надо нам вперед заплатить для запуска процедуры. Вы отправляете 2 тысячи, думаете, ну блин, я же отправляю 2, мне вроде как вернется 10, как бы, ну, вроде как игра имеет смысл какой-то, да, вот это, но в итоге вот эти злоумышленники тоже с вашими 2000 долларов пропадают. Поэтому эта схема, она тоже там полна огромным количеством мошенников, которые, в общем-то, заберут у вас и последние оставшиеся деньги, если они у вас, конечно, остались. Поэтому единственный вариант, при котором можно воспользоваться чарджбэком, это
либо заниматься вопросом возврата денег самостоятельно, что достаточно сложно, банки неохотно берут эту процедуру, да, в рассмотрение, они неохотно принимают заявления и так далее. И тут надо потратить немалое количество сил и времени, чтобы добиться своего и добиться результата. Либо обращаться в уже проверенные компании, которые занимаются возвратом этих денег. Они это, разумеется, делают не бесплатно. Возможно, они попросят у вас, да, какую-то там небольшую предоплату на старте, но, как правило, они все-таки берут деньги, если они уверены в результате после проверки ваших документов и как бы тех фактов, которые есть и которые можно использовать для возврата денег, они, соответственно, как правило, берут с вас деньги уже за финальный результат. Поэтому, друзья мои, я думаю, что после вот этого видео мне напишет немалое количество людей, которые пользовались системами чарджбэка, которые знают проверенные компании, и если вы вдруг, не дай бог, потеряли когда-то свои деньги, да, ну не когда-то, а в какой-то там недавний период времени потеряли свои деньги, то обращайтесь ко мне, пишите мне опять же в Instagram, я поделюсь с вами контактами тех компаний, которые помогают возврате денег через чарджбэк. Ну, либо разбирайтесь в чарджбэке, соответственно, самостоятельно разбирайтесь в этой схеме. Ну, а я, если найду успешные кейсы людей, которые, собственно, чарджбэком воспользовались и смогли вернуть свои деньги, отдельно с ними запишем тоже дополнительное видео. Поэтому, друзья мои, на этом на сегодня все. Надеюсь, что сегодняшнее видео было полезно и интересно. Поставьте лайк, пишите комментарии и обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видеоролики. С вами был Глеб Задоя. Всем успехов в торговле, в инвестициях. Не попадайте на удочку мошенникам и всем пока-пока.